Вопрос, почему я, когда начал грузить больше, у меня совсем упали продажи? Например, 6 дней ничего не продалось. Я гружу только видео. Потому что на Shutterstock нет такой, ну, я думаю, что на всех стоках так. Ну, давайте не буду говорить за все, потому что на некоторых стоках, я так понимаю, достаточно четкая связь. Если, насколько я слышал, на фрипике так. Если не грузишь на фрипике, то продажи прям падают очень серьезно. Но в данном случае у вас обратная ситуация. На Shutterstock грузить больше и как это влияет на продажи, это работает только в очень длинных отрезках времени. То есть вы говорите 6 дней, это вообще ничего абсолютно. Потому что эти 6 дней все что угодно может происходить. Причины могут какие угодно быть. От технических до просто какие-нибудь праздники где-нибудь у основных покупателей, предположим. И вот смотрите, вы говорите побольше. Давайте я просто предположу сейчас. Что значит побольше? Предположим, вы грузили 10 видосов в неделю, а стали грузить 20 видосов в неделю. Я не считаю, что это побольше. Если вы грузили, предположим, 10 видосов в неделю, а потом стали грузить, предположим, 200, да, это побольше. И если вы вот так вот грузили 20, 20, 20, а потом начали грузить 200, 200, 200, 200, то месяц через два это вам аукнется точно. Видосы очень долго отлеживаются. Гораздо дольше, чем фоточки. Это отдельная тема, отлежка материала. Как-нибудь отдельно об этом поговорю. Вот. Это одна из причин. На Shutterstock отлежка точно есть, 100%. Вообще, знаете, настолько маленькими сроками вообще нельзя оперировать на стоках. Стоки – это работа в долгую, и в том числе это нужно учитывать при вашей ежедневной загрузке. То есть, загружая файлы на стоки, я сейчас очень мощную вещь скажу, загружая файл на стоки, вы должны быть готовы, первое, к тому, что этот файл, этот видос или фотография не продастся вообще никогда, и это будет касаться большинства ваших работ. То есть большая часть вашей работы может быть 90%, может быть 60%. У каждого по-своему. Не продастся никогда ни разу. То есть это будет чистый убыток для вас. Это первое. Второе. Те работы, которые принесут вам деньги, какой-то доход, они принесут вам доход в лучшем случае через год. Если вы будете грузить с мыслями об этом, то лучше вообще не грузить и уйти сразу, да, со стоков. То вы просто будете правильно относиться именно к стоковой ситуации, потому что стоки – это игра в долгую, это как такой, ну, как, пускай маленький, но все-таки бизнес свой. То есть сначала нужно вложиться. И то, что у вас там сначала вы там загрузили 5 картинок или там 10 видосов, и у вас сразу пошли продажи, ну, очень хорошо, но это никакое не правило. То есть вот так вот на данный момент получилось.